которая тащит украинский автопром за собой. С мертвым аккумулятором. Ну, как мертвым аккумулятором? Скорее всего, сдох генератор к чертовой матери. На аккумуляторе далеко не уедешь. Даже аварийку включить не могу. Такая вот ботва, ребята. Я же говорил, что запорожец помер. Так что Алексей Александрович на мягкой сцепке за Александром Евгеньевичем. И, соответственно, вот вам страшный секрет. Да ё-моё, откуда у вас столько? Эту Ниву вы видели много раз. Ну, теперь можете хоть номер запомнить. Так что увидите, поприветствуйте человека, который подарил этому сраному миру сраного бутылкаса. Ло-ло-ло. Ну, в общем, едем к электрику. Собственно, больше сказать и нечего.